Добрый вечер. Меня зовут Ирина. Я мама Маши Ерёминой. Маше 9 лет, и уже год мы ходим к Виктории на занятия английскому языку. Занятия очень нравятся, ребенок очень воодушевлен, и особенно нравится подход Виктории в том, что английский язык – это прежде всего инструмент для общения. И на этом основана ее методика. Сначала я переживала, что, возможно, что увлечение именно разговорной речью уведет ребенка от знания грамматики. Она не будет обращать внимание на правильность построения фраз или будут трудности с именно грамматическими заданиями в школе. Однако мои опасения не оправдались. Ребенок отлично выполняет самостоятельно все домашние задания. Учитель очень хвалит, ставит пятерки с плюсом даже. И каждый раз удивляет Маша меня своими знаниями, потому что смотрит, сама включает и на компьютере какие-то мультики на английском языке и смотрит в, так скажем, в первоисточнике без русского перевода. Ходим мы уже год, начинали мы с программы Magic English, потом перешли на более сложные для ребенка программы. Это Аладдин, это Свинка Свинка Пеппа, Пеппа-пик. Свинка Пеппа. Все программы Мария проходит хорошо, и я хочу сказать, что дома мы практически не занимаемся. Все знания, которые приобретает мой ребенок, она именно приобретает в диалоге и на занятиях у Виктории. Потому что, конечно же, дети сейчас, так скажем, ленится выполнять домашнее задание, и чаще всего она говорит: я уже сделала, или а нам ничего не задали, но при этом успехи ее не меньше от этого. Во второй класс еще погулять хочется. Хочется погулять, да, ребенок, ну, хитрит. Все мы хотим как лучше, а дети у нас хитрее. Но тем не менее, очень довольна знаниями ребенка, потому что учитель хорошо оценивает ее знания и очень довольна.